вопрос о сплошном переводе на дистант, он понятно, что нам нужно взвешивать, но пока мы оснований таких не видим, и видим, что даже в регионах, где существенно хуже ситуация, в общем, это решение сейчас на него не идут коллеги, и, наверное, это обосновано. Я просто здесь хочу подчеркнуть, что ключом может быть более полное тестирование детей. Если дети тестируются, у нас возможность тестов есть, то максимально быстро будут выявляться случаи заболевания, и тех негативных эффектов, о которых Ирина Леонидовна говорит, их можно будет избежать. Давайте мы проверим, как тестирование проводится, с тем, чтобы успевать меры принимать. Потому что, конечно, уровень заболеваемости очень высокий, он высок среди детского населения, нам нужно адекватно складывающейся ситуации, чтобы меры были.